от региональной общественной организации родителей детей-инвалидов в Республике Татарстан «Забота» на адрес депутата Казанской городской думы Мальки Гельмудиновой поступило письмо с просьбой помочь подопечным организации в приобретении 30 комплектов канцелярских товаров. Эти комплекты были доставлены в досуговый центр «Мечта» авиастроительного района Казани, где и базируется организация «Забота». Благодарим Малику Равкатовну за этот прекрасный подарок нашим детям. Всегда вы так быстро слышите наши просьбы о помощи. И сегодня наши ребята с инвалидностью получают такие замечательные подарки к 1 сентября. Мы находимся в центре для досуга для инвалидов «Мечта». К нам приходят разные дети, ребят с инвалидностью, которых мы опекаем. И вот сегодня такой замечательный праздник. Праздник получился по-настоящему, ведь кроме канцтоваров, Малика Гельмудинова привезла досуговый центр выпечку и чак-чак. Чай со сладостями здесь любят и пьют с удовольствием, тем более есть и чему радоваться. Мы ходим в центр «Мечта», и сейчас нас позвали на вручение канцтоваров. Для нашей семьи эта помощь очень актуальна, так как двое детей особенных, и мы как бы нуждаемся в этих канцтоварах. Спасибо. Спасибо за подарок. Мне очень нравится. И спасибо большое. Очень рада подаркам. Спасибо большое. Все очень понравилось.